Ну давай, догони, догони, давай, давай. Давай, щенок вонючий, догони. Блин, я тебя не увидел. Ё-моё. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Сегодня мы играем в Brick Leaks. Тысячу лет не было этой у нас игры. И рубрика «Пожиратель». Если опять кушайте, приятного аппетита. Пацаны, погнали. Да только дай нам фору, дай нам фору сначала. Кого-то съели, кого-то съели. Уже? Да. Так стой, не считается, дай фору. Там какую фору? Да какую фору? Обыкновенную, мы же должны убежать. У меня жопа горит, Димас. Жопа горит. Как всегда у нас, ребята, начинается вакханалия. А, кстати, у нашего пожирателя включено бессмертие. Да, поэтому у него сегодня шанс нас убить 100%. Какой умник перегородил дорогу. О, я буду по красоте, ребята, выживать. Я же тоже не дурачок. А, енот, можно пожиратель? Я чуть-чуть сгорел. Я тут немножко взорвался из-за одного барана на дороге. Да, ребята, сразу видно, играем с профессионалами. Я не виноват, ты меня поджег вначале. О, я тут уже на мосту. Что ты мне сделаешь? Кто? Енот, я вот на мосту стой, смотри. А ты что делаешь? Я как? Заехал, чтобы ты мне ничего не мог сделать. А так, как я туда? Ты можешь. Я умею. А, надо разворачиваться. Ой, видишь, а ты пока что? Заедешь, и год кончится. А я не могу заехать, я слишком у меня низко находится. Да? Короче, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Заспал. Ого! Тебе... Ого, наваливают, ребята. Это смотри, очень надо осторожно. Помогите торгу вытащить. А, ну все, ясно. Ого, у меня так... Ого. Руль какой-то рахитный в этой машине. Все, я нашел пожирателя. Тихо, осторожно. О, Дим, с тобой еще один. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И любой может попасть в ролик, просто классно повеселиться. За пожирателя. Этот пожиратель переворачивается с любого поворота. А ты просто напиши пожиратель и все. А, так ты на поворотах? А, так у тебя есть минус большой. Дино, дай, пожалуйста. Это было рядом. Отлично. Наваливаем. Поезд едет. Буду наравне, ребята, с поездом лететь. Блин, ну машину взял я нам. Какой рахитный. Он сзади, смотрите. Ну, не... Надо наваливать. Ага. Переключаемся побыстрее скорость. Смотрите, как бочком валю. А где вы еще такое увидите? Вот он. Ё-моё! Слушайте, пацаны, я фас. Газуй. Я выживший? Да, последний. Но ты не я, который выжил в Гаррисмоде. Ты не выживешь на этот раз. Пацаны, фат. Там. Я сломался! Я тебя одной челюстью прибью. Нет! Почему я буксую? Блин, прикольно получается, ребята, мне нравится. Хорош, хорош. О, кто-то еще тут буксует. Еще не все потеряно, ребята. Блин, ну машина взял нам такую рахитную, она так плохо управляется. Это просто пойдем жесть. Так, отлично. Кстати, я могу сейчас заныкаться. Кусь, Димас. Не, я добрый. Ням-ням-ням. Все? Ням-ням. Я в городе, ребята. Я в городе. А, мы не того зарезали. Пацаны, резня. Я его убил и Димаса убил. Ничего страшного. Я живой. Ты что, гонишь? У меня машина уже полкрыши нет, но я живой. Ты был не последний, представляешь, Димас? Я не последний, значит... А сейчас кто я? А сейчас ты, скорее всего, уже последний. You spin me right now. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, повезло! Блин, колесо провалилось, но я еду. Я еду. Пощади! А, ты не догонишь меня. Где этот Димас? Отлично. Ребят, нет, вы меня не сможете съесть, потому что я лучший игрок по Брик с Риксу. Согласен. Давайте его, будем жрать с двух сторон. Сделаем ему кусь. Тихо. Почему я буксую на карте на ровном месте? А что ты шифт много раз жмешь? Почему он переворачивается, енот? Как ты выбирал их? Легко. Так же, как и ты. На самый красивый, да? А где я? Так вы же на карте можете прочекать, нажать M и увидеть меня. Я уже прочекал давно. Ах ты хитрый жук.
Получается, пацаны, я не смогу заныкаться от них. А как тебе туда? А как тебе туда? А я не знаю. Как-то думаете? Давайте РПГ выкурим. Давайте. Нет, вы должны только пожирателями меня сожрать. А как мы туда попадем? Проблемы, да? Я сейчас выйду, я жду, пока вы подъедете и резко свалю. А ты на башне, да, Димаш? Тихо, у него сейчас щупальцы еще ко мне пролезут. За что вы? Где он? Так, ну что, я буду выезжать, Страшно, вырубай. Он на парковке был, давайте. Как садить возьму в эту машину? Давай, догоним его. Да нечестно, он возле меня заспам... Нет, я не буду это считать. Это нечестно, он возле меня заспамнился. А машина на ходу. Ладно, поехали. Ха-ха-ха, я еще живу. Машина как кусок развалюхи, но она едет. Ну, это было, конечно, читерское. Представляете, как хотят ребята выиграть меня, что уже спавнится прям во мне. Ха-ха-ха. Пацаны, я вам там запчасти подбрасываю, если что, соберете. Да мы соберем новую машину себе. Блин, классно. Классно выживать, когда ты один. Поехал. А едьте с другой стороны на мост. С другой стороны. Не, да, блин, они сейчас говорятся, еще реально меня залупят. Давайте. А, по, вот, едьте на другую сторону моста. Жи... Так. Перевернемся, нет? Ням-ням-ням. Будем его тут... Возле меня опять заспавнился. Ну это не... Ну это же нечестно. Давайте еще разок. Я один выживший, а вы все... Монстры Хендерсона, хотел сказать, потому что вы такие зубатые все. Я сиреноголовый ла-ла-ла. Все, я только в городе и больше никуда не петляю. Только давайте так, вы не будете спавниться, вот он видит, что я еду в ту сторону и передо мной стал. Молодец. Это тактика. Может, хотите, можете другие машины взять, какие хотите, лишь бы меня поймать. Можете даже быстро, не обязательно пожирателя, главное меня поймать. Давайте, ловите меня, я преступник. Я украл $1 миллиард и еду их прогуливать. То есть любые тачки разрешены? Любые, да, любые. Ну все. Давай. Кто возьмет Димас, ты сначала это... поймай меня, а потом уже говори что-то. Ну короче, Димас, я тебе это пойму. Только чтобы у вас было бессмертие выключено. Дайте инфу по Димасу, я поеду его застрелю. Ну что, покажи, моя машинка, на что ты способна. Как на пожиратель. Давайте 150. И тупо берем танки и все, и гасим. 160. Тормоза? Тормоза хорошие. Ну, Димасик, нет, не очень. Бачком, бачком. Хорошо машина валит, мне нравится. Такая тяжелая, и знаете, прикольная физика в этой игре. Все равно классно очень сделано. О, привет. Эй, а что я там ударился? А что, ничего не... Ты меня хочешь поймать на этой рахитке? Ну, давай, догони, догони, давай, давай. Давай, щенок вонючий, догони. Блин, я тебя не увидел. Ё-моё. Поймал? Я живой. Ребята, я живой, у меня тупо... Ловим его, объезжаем, я беру... Да что ж вы меня убили? Машина целая, смотрите. Давай, желтый, покажи, на что ты способен. Давай, давай, я еду, я еду. Ну что, догонит, ребята? Да. Главное сделать классный маневр. Маневр, видели, как сделал? Под ним. Как это было эпично? Щупальцы ломаются. Отвали, отвали, отвали! Вы меня закрутили, что вы делаете? Что тихо, переворачивайся, переворачивайся. Нет, нет. Ого, ты меня посрача прописал. Да отвали, тикали мне. Я головой трусь об пол. Расскажи, а как... давай. Ну-ну-ну-ну-ну, друг другу помешали. Зачем? Блин, вы так прикольно без... распадается. У меня, кстати, вообще не лагает, реально не лагает. А как это вы... Начала. Вы про... Я не про тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ух ты! Ладно, давайте последнюю стычку. Есть это танки, есть у вас? Да. Да, есть. Да. Давайте, будьте на танках. Я сейчас возьму себе другую машину, на которую я буду Только убегать. Тебе, Димас? Только дайте мне хотя бы. Блин, ну вы хорошо стреляете, енот тем более хорошо стреляет. А я тоже хорошо стреляю. Не волнуйся. Ну дайте мне тогда фору, дадите фору мне. Да. Последняя битва. Я на джипе черном, а вы на танках. Давайте, покажите, на что вы способны. У меня большой. Вы черный, видите, я на черном джипе еду. Наваливаю, видите? Нет, не видим. Я увидел. Давай, 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 покажи. Или это был Левиафан, я что-то не понял. Это Левиафан я делал? Так, интересно, я смогу рельсы проехать или нет? Даже... Я увидел его, я его вижу. Вот это джип, вот это джип. Димас? Ой-ой-ой, это было рядом. Ох Димас, ты! Это специальное уклонение, ребята, все продумано. Отлично.
Это специально я заныкался, чтобы они не попали по мне. Уверен? Ой, блин, я аж дернулся. Щенки. Ого. Не попал. Буду своих мочить. Небо. Подождите, а что с моим танком? Вот это я уклонился. Бессмертие на танке, алло. У меня нету бессмертия. У меня нету. А вот, теперь вырубил. Ух ты, смотри. Только не стреляй, не стреляй, смотрите, что сейчас будет. Смотрите. Да ну блин. Это не я был, Димас. Угомонись. Это было меткое попадание в голову. Угомонись, Форося. Ну ты псих что? Ого, у него пожиратель с базуками. Нет, нет, Димас, я тебе даю фору, я тебе даю, не стреляй по Димасу. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1, можешь стрелять. Рядом, 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 рядом. Специальный прыжок секретный. Пошел, пошел, пошел. А я вижу его. Специальный секретный прыжок. Так, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Хорош. Нормально, хорош, уклонился. Уклони. Ох, это не уклонился. Это машина. Ой, колесо отстрелили. Ох, ты подлец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.